сами стоим на остановке, ждем автобуса. Сейчас мы поедем в торговый центр Big C за продуктами. А пока посмотрите движение. Ну, кстати говоря, здесь не очень напряженное, да, как в том районе, где находится супермаркет. Lotte Mart. Там перекресток. Там вообще очень страшно. Да, четверка. Нам четверка как подходит? Нет, она едет по северу. Я вам сказала, что нет пешеходов среди вьетнамцев. А тут зашла целая куча пешеходов. И сразу автобус наполнился шумом. Людьми. Ну, смотрите, новогодние наборы подарков. Это, наверное, храм. Такой небольшой. Еда. Едальня. Вот так вот просто, очень без затей. О, смотрите, железная дорога. У меня была идея фикс узнать, сколько стоит билет до Сайгона. Смотрите, даже бархатцы продаются. Наверное, принято у них украшать к Новому году еще и это. Ландшафтный дизайн делать небольшой возле своих дверей на входе. Вон наш дом, который мы смотрели квартиру. Вот, в смысле, который? Помните, я говорила, квартира классная? Ага. Здесь возле Big C есть площадка детская. Мы можем сюда потом зайти поиграть. Паркинг. А мы не брали Амире ботинки? Нет, не брали. Вот голые деревья. Давайте посмотрим их подробно. Не на ходу. Вот это вот Christmas tree по версии вьетнамского Нового года. Сейчас, может быть, увидим украшенное, наверное, в Big C. Сделала себе Big C. Мы решили не заходить пока в супермаркет, а осмотреться в этом районе. Я здесь ни разу не была, а Сосек была здесь, когда мы искали квартиру. И очень... ей в душу запала квартира вот в этом доме, в центре кадра. С двумя спальнями, ну, со всеми удобствами, за $350 в месяц. Спальни красивые. Так, ну-ка, какие скидки здесь? 7,50. А за ним пруд, сказала Сосек. И мы пошли смотреть пруд и вообще район. И здесь интенсивность движения меньше. Такая комфортная, можно спокойно прогуливаться с коляской. The Big Rock Cafe. Бинго. Тем не менее, даже на зебре нам приходится стоять. Потому что здесь люди не понимают, как это можно остановиться, чтобы пропустить пешехода. Совсем, да, разница. Вот
такое внизу кафе. А на каком этаже была наша квартира? Что-то вот на предпоследнем, что ли? На верхнем этаже. Так, кафе «Винтаж» 1972. О, это я люблю. Композиции, как их назвать-то, сады камней, мини-сады, да, мусора не было бы, был бы вообще рай. Ну, этим будет как классно. Ну, здесь просто в 6 часов умирают. В общем, без фанатизма. Убирают? Ежедневно, но... Фотограф, который нас фотографировал, живет здесь. Ага. Это просто прудик без этих... Без услуг. Обращать внимание на вот это, кучу мусора, сбившуюся в одном углу. Здесь замечательно. Мы могли бы жить здесь, но это далеко от моря. Вот чем, почему эти районы дешевле, потому что до моря надо ехать за деньги. Здесь ловят рыбу, в этом пруду водится рыба. Очень нравится, как здесь сады делают, ну, вот эти деревья, то есть озеленение, как это называется. Смотрите, вдоль этих, вдоль каркаса растут вот эти деревья. Сколько времени нужно, чтобы вырасти этому дереву? Я думаю, в здешнем климате не так уж много, но все равно годы. Эти композиции здесь, наверное, продаются, я так думаю. Красота. Все-таки вьетнамцы большие молодцы. Таксисты нас зовут, а мы идем в магазин. Так, на первом этаже здесь одежда. И, например, можно померить очки. Мало очки. Ага. Так, сфотать, не сфотать. А что именно, моноподы, да? Или что, память? Нет, мыши нам не надо. Это
малышечки такие. 130 или 150. Вот, повижу. Очки мне мешают. Что, 50 стоит? Вроде подождала. Я вот выбрала. Невестке ей 23 года. Нормально? 23? 23. Не знаю. Смотря какая невестка. Да, у людей разные вкусы, но вот. Вот как вычитали. Вот моей невестке не нравится. Красивая? Мрачноватая. Что ли? Наоборот, вот. Да? Нет, ну это самое. А другой цвет. Колор. Хорошая штука. Пойдем. Учитывая, как она к Бобби относится. А мы столько мягких игрушек отдали. Это... Осторожно, не заденете. Сейчас я сниму вот эту штуку. Сейчас что-нибудь вот это, мне кажется. Оденете. У меня в детстве была такая комната. Вы смотрели когда-нибудь корейские фильмы? Какие там комнаты у девочек? Нет. Такая комната. Вот в таких рисунках я делала сама. Рамочки с картинками рисовала. Типа такие игрушки. А я вот поскольку вообще не умею порядок наводить, у меня всегда хаос, я стараюсь вообще как можно меньше предметов. Мне доставляло огромное удовольствие вот наводить порядок в своей комнате, все переставлять, ухаживать. Ну потом я полюбила больше не наводить. Кстати, почему-то японские фигуры, а не вьетнамские. Или вот... Красотки. Смотрите, какие красотки. Так, меня интересуют, конечно же, чисто вьетнамские сувениры. Вот в таком наряде должна быть невеста, с таким головным убором. Ну, я бы просто не покупала фигурку, да? Я бы такую, чтобы она с каким-нибудь назначением еще была. Утилитарная. Например, открывашка для бутылок. Вещь полезная.